или не смотрит? Врачи Сходнинской городской больницы проводят экскурсию для депутата Государственной Думы Ирины Родниной. С начала пандемии терапевтический стационар медучреждения переоборудовали для приема больных коронавирусной инфекцией. Здесь организовали так называемые зеленые и красные зоны, а также комнаты отдыха для врачей. То же самое в соседней детской поликлинике, которую построили в мае. Костюмы, респиратор, маски, очки, ну то есть есть все. В обоих зданиях принимают пациентов, которые идут на поправку. Все они прибывают сюда из Химкинской областной больницы. Ирина Роднина поинтересовалась, выполняют ли в медучреждении указ президента о дополнительных выплатах врачам, работающих с коронавирусными пациентами. Жалоб не поступало, насколько я знаю, ни от кого. У нас все довольны. По словам замглавы города Сергея Малиновского, мэр контролирует этот вопрос. Дмитрий Владимирович, вот на прошлой неделе он проводил видеоконференцию, то есть именно конкретно с человеком, кто сколько, не просто получили, не получили, как бы, а прям сколько должны получить, сколько получили. Комиссия, горячая линия работает, то есть такого, чтобы какие-то случаи были, к счастью, нет. Хорошо, рада. Главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов поблагодарил городские власти за то, что в переоборудованных корпусах всего в достатке. Свободные койки и аппараты ИВЛ, лекарства, средства защиты и вкусное питание. Огромное спасибо всем, кто помогает нам. То есть мы не чувствуем себя брошенными. Никаких жалоб, соответственно, от персонала. Такое же отношение осталось и после пандемии. Всего в двух корпусах Сходнинской городской больницы размещены 320 коек. На сегодняшний день занято из них только треть. Александр Сергеев, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.